Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего нашего урока – музыкальные инструменты. И вы наверняка догадались, о чем пойдет речь. Запишите, пожалуйста, в тетради – музыкальные инструменты, флейта и скрипка. Сегодня мы познакомимся с этими инструментами, узнаем, как они появились, как они устроены и как они звучат. У флейты высокий и немного свистящий голос, ее можно узнать сразу. Далеким предком флейты была дудочка из тростника. О происхождении флейты сложны легенды. Послушайте одну из них. Древнегреческий бог лесов и пастбищ, покровитель пастухов и охотников, Пан, полюбил прекрасную нимфу Сирингс, но она боялась некрасивого колченогого Пана. Однажды, убегая от него, нимфа попросила бога реки спасти ее, и тот превратил Сирингс в тростник. Пан сделал из тростника свирель, которую стали называть флейтой Пана. Вот такая вот история.
Ребята, знакома ли вам эта мелодия? Какой композитор написал эту музыку? Это произведение называется «Мелодия» из оперы «Орфей и Евридика», написанная Кристофом Глюком. Композитор рассказывает с помощью музыки о несчастной любви. Мелодия звучит в момент поиска Орфеем своей жены в подземном царстве. Музыка вызывает чувство одиночества, печали, тоски. И флейта здесь звучит нежно, прозрачно и светло. А теперь послушайте и определите, как звучит голос флейты в следующем музыкальном произведении. Иоганн Себастьян Бах. Шутка. Флейта звучит в оживленном, игривом темпе. Она передает беззаботное, шутливое настроение. Поэтому произведение так и называется «Шутка». Следующий инструмент, о котором мы будем говорить – скрипка. Самая изящная из струнных – это красавица-скрипка. Родина скрипки – Италия. Очень затейливая форма у скрипки. Локоны изогнутого грифа украшают точеную головку. Талия у нее такая, что соперничать с ней не может даже балерина. Скрипка сделана из дерева. Играют на ней смычком. Изготовить такой инструмент – дело непростое. Немало потрудились скрипичные мастера, прежде чем скрипка стала первой пивуней в оркестре. Мастера подбирали специальные сорта дерева, пробовали натягивать разные струны. Дерево нужно срубать весной, когда оно оживает и листья вытягивают влагу из ствола. Для верхней поверхности – еловая, для нижней – белоствольный клен. Звук скрипки очень красивый, высокий и певучий. Музыканта, играющего на скрипке, называют скрипачом. За певучий и красивый голос скрипку зовут царицей музыки. Сейчас мы послушаем мелодию композитора Петра Ильича Чайковского. Послушайте и подумайте, о чем нам рассказывает скрипка своим необыкновенным голосом. Thank you.
Мы услышали настроение оживления, волнения, пробуждения, поэтичности и мечтательности. Именно благодаря теплому, певучему, задушевному голосу скрипки, близкому взволнованной человеческой речи, мы чувствуем настроение тепла, света, волнения и мечты. Но не всегда скрипка звучит мягко и нежно. Скрипка может передавать разные чувства и состояния души, может рисовать разные картины природы. Давайте послушаем произведение из цикла «Времена года» Антонио Вивальди «Гроза». Музыка звучала напряженно, взволнованно, стремительно, бурно, энергично, грозно. Обратите внимание, как скрипка может передавать абсолютно разные чувства, которые выражают в своей музыке два композитора – Петр Ильич Чайковский и Антонио Вивальди. Несмотря на то, что музыка Глюка, Вивальди, Чайковского была написана очень давно, но и сегодня она трогает наши сердца. С помощью замечательных инструментов флейты и скрипки мы переживаем печаль и радость, любовь и волнение. Во все времена, пока живет на земле человек, музыкальные инструменты будут жить рядом с ним, потому что музыка делает жизнь людей ярче и интереснее.
нарисуют ту страну, где для слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Я рисую новый мир, пусть моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир, эй, прохожий, обернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. И я верю, что когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта в настоящий мир войдет. И наступит долгий век, без обид и слез в глазах, где ты добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет, нарисую ту страну, где для слез причины нет. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне.